Поем и торжествуем, склоняем наши головы пред любящим Творцом. Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воистину воскрес. Все заметны и высок, о чем от сердца я вас пью, всем рассказать, всех обидеть и ободрить. Одно лишь вещь, Христос воскрес, Христос воскрес. Роза пышная и красная, меня считают всех прекрасной. Я сегодня воскрою, Спасителю хвалу, Христос воскрес. Христос воистину воскрес. Где высокий цветочек тюльпан украшает букет весной, кровь Христа из нанесенных нам подарил на жизнь живой. И сегодня семейство друзьями, что воскресло восстание Христа, дорогими живыми цветами открываем для славы уста. Поздравляю всех любящих Бога с воскресением побед Христа и желаю идти по дороге вам проложенной крови Христа. Видите, белые внешние, Христос вспоминал меня, не открывая ярни, и сегодня с ним встану. Есть понятие, что они бывают в истории. Thank you.
предать Христу и войти в славу свою, и начал от Моисея и всех пророков. И, кстати, сестры, время очень быстро летит, как и вчера я помню, я был веселым цветочком тюльпаном, но время уже очень много пришло с тех пор, и мы видим сегодня уже много поколений с тех пор пришло, и все-таки славится имя Божье. В такой детской маленькой простоте, но мы возвратимся к Священному Писанию. Сегодня утром мы размышляли о том, как впервые Иисус Христос явился в Оречной долине, потом Он явился женщинам, которые шли от Него. Потом явился Петру, где-то Богословие рассказывает, это было... Нежная
приходит этот день порой весною. Христос воскрес, сияет солнце, свет, и в календарной строчке воскресенья воистину воскрес звучит ответ, когда вы скажете любому человеку: Христос воскрес, знакомые слова, пусть верит или не верит в Иисуса, Он воистину воскрес, ответит вам. И люди непривычно улыбаются: Христос воскрес, и перед вами друг, и даже тот, кто Богу отвергается, воистину воскрес, прошепчет друг, воистину воскрес, и легче дышится, воистину, нам говорит ребенка взгляд, воскрес, нам слышно птичьим пением, воистину воскрес, цветы твердят. И тот, кто верит в чудо воскресения, прощение грехов. Так просто и понятно, не надо много слов. Всех с обрезением пятна Христова смыло кровь. Он умер, по закону исполнил свой обет, чтоб грешник стал спасенным и с ним вступил в завет. Чтоб радость воскресенья наполнила сердца, и чтоб святое пенье прославило Творца.
Это Зика, что тут за гость? Чёрт. Объясняй. На свадьбу пришли до Саши? Пришли на свадьбу, да. Дочекался побачити батька Зика. Денис, так кто, Дима, Митька чи Сёба? Сёба?
Люди, которые они не были на себе позже, они же лучше других, но они в нужный момент. Самый мой послушный, да, Дим? Сделайте так, чтобы оно, ну, как-то вырывало вас, чтобы вы прямо любите.